А у нас брутальный бодибилдинг. Техник много, и на мой взгляд, технику нужно подстраивать под твои физиологические особенности. То, что встань вот так, сядь вот так, это одна история. Но когда ты пойдешь на веса больше 80% от твоего разового максимума, ты начнешь делать так, как диктует тебе твое тело. А сегодня команда Chili Fitness качает ноги. Самый сильный дядя Женя снова что-то записывает. Роман пишу в стихах. Что-то пьет опять какую-то гадость. Секрет его силы, сок, Миша Гамми. Мы по традиции перед становой тягой я всегда делаем для разминки бицепс бедра. И в очередной раз и снова передаю привет всем тем, кто делает становую тягу на спину. А пишут, блять, комменты, пиздец. Работает там в статике, в хуятике, там вообще все что угодно. Вот просто, ребята, функция, блять, широчайших мышц спины. Мне, ну поясница работает, понял? Поясница, он мне говорит, работает. Я говорю, блять, открой учебник, блять, да даже тупо там, я не знаю, в интернете почитай, блять. От шеи до поясницы это спина, все что ниже это уже не спина. Ну, как бы, вот спина для меня это все-таки широчайшие мышцы спины. Понятно, что там мышцы много. Спина это вот спина. Спина это вот. А становая тяга это, сука, ноги, блядь. Это жопа, блядь. Ах, пиздец. У нас потому, что это всегда... Дядя Женя, а ты что там делаешь? Поделили мы ноги на два дня. У нас условно передняя поверхность бедра и задняя поверхность бедра. Немножечко пересмотрел технику в становой тяге. Самый главный момент, который я понял, вот, и в первую очередь для моих подопечных, вот это видео, которое у меня на онлайне, которые на онлайн зайдут, это видео для вас. Объясняю технику в становой тяге. Вообще, техник много, и на мой взгляд, технику нужно подстраивать под твои физиологические особенности. То, что встань вот так, сядь вот так, это одна история. Но когда ты пойдешь на веса больше 80% от твоего разового максимума, ты начнешь делать так, как диктует тебе твое тело. Вот в моем случае у меня слабый квадрицепс, поэтому тело идет по пути наименьшего сопротивления. Я не могу сделать вот так. Ну не могу, потому что не вытаскивает у меня квадрицепс. С приседом то же самое. По пути наименьшего сопротивления, естественно, у меня таз уходит назад, а потом я его просто начинаю разгибать. И не делаю я вот это с приседа становую тягу, я делаю наклоны. Наклоны я делаю, потому что, ну, по-другому смысла нет. Как бы я ни тренировал, меньше 80% я как угодно, понятно, могу делать. Сегодня у нас, кстати, пирамида по 12 повторений. Неважно, качаешься ты или там на соревнования готовишься тягу делать. На тренировке не надо делать вот это движение. Одно дело, когда ты на соревнованиях, это один момент, там, чтобы засчитали, ты встал, там, судьям показал, тебе там ништяк и все остальное прочее. На тренировке так делать не нужно. Это не очень полезно для поясницы и все такое. Ну смысла нету. Это движение ты сделаешь... Ну, вот со штангой в руках вот это движение ты абсолютно с любым весом, какой вес не возьми, ты его всегда сделаешь. Зачем его отрабатывать? Вот, а чтобы не травмироваться, лишний раз поясницу не перегружать, становую тягу мы делаем вот в таком вот стиле, блядь. Поясничку не перегружаем, мы там и все дела. Дядя Жень, плечи, смотри, какие он. Как арбузы у нас стали. Химические плечи. Жрет там в раздевалке втихаря, походу, по-любому. Сейчас мы его по прыщикам определять будем, на каких он препарат. Знаешь, значит... Что ты скрываешь ты, что ты маскируешься? Нет, я наоборот говорю, что я колю, но я не колю. Много очень... Кто собирается вот там на соревнованиях выступать, там какие-то вот такие моменты появляются и начинает вот эти вот все косяки вылазить. И приходится вот подстраиваться под вот эти вот самые их особенности
физические, когда, ну, вот как идет твое тело, так оно и идет. Я так как-то тоже с этим боролся. Потом такой думаю, ну-ка, буду-ка я приседать так, как у меня тело идет, а не так, как типа надо. Плюс 20 килограмм сразу в приседе, хлоп. Нихера себе, да? Такие, конечно, моменты, особенно если ты уже там собрался на какие-то веса выходить, для тебя, которые тяжелые, которые больше 80% от твоего разового максимума, то вот эти все, конечно, уже моменты надо учитывать. Вот он вместо того, чтобы качаться, блин, сидит в телефончике, тиктоки снимает, блин. Современное общество диктует свои правила, ничего не могу поделать. Ну, как бы 160 на 12, если учесть, что еще и до этого было там 140, 120, 100. 100 на 12 тоже уже неплохо, я хочу сказать, блин. 180 был на 6, я не буду. Я сделаю так же сейчас на 6. Ага. Так, а что сейчас 200, да? Ну, 180 на 12 у меня уже как бы это... Бля, ягодички вообще... Ой, 180... 160 на 12 меня убило. Да. Ну, я всегда так. Слушай, ну, дядя, ну, что ты мне вот это мешаешь? Три. Четыре. Вот, 180 на 6, сейчас 200 был на 3. Вот, сейчас мы на 3 раза. 180 на 12, а я и говорю, что... Отлично. Замочек мне, пожалуйста, дайте. Сейчас крайний будет тяжело, что 200 пошло, 220 грани. Все, время заканчивается как раз на один подход. Больше не успею, ну буду сейчас 220 также на 2 тянуть, как в прошлый раз. Уставший, конечно, что-то вот эта неделя. Прошлое прям ништяк перло, вот это вот, а. Это уже как бы, ну, по ощущениям не идет, и тем более время закончилось, поэтому заканчиваем сейчас тренировку, делаем подход. И все. Записывайтесь на онлайн-сопровождение, стоит 4000 рублей в месяц. Разберем питание, анализы, там, фармакология, нефармакология. Обязательно переходим в раздел о канале и переходим в мой телеграм. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока-пока, мои поросяточки.